Всем привет, YouTube привет. Вот занимаюсь обклейкой шумоизоляции. Вот. И каким выводом пришел. Это, так сказать, мои размышления и выводы из того, как что получается. Ну, все это знают. Видео очень много. Я решил просто-напросто показать небольшие полезности из своего опыта. Значит, вот есть такой материал, есть такой материал. Вот, Dreamcar называется. Чем он мне понравился? В принципе, составляющие везде примерно одинаковые. Что-то пожестче, что-то помягче, где-то толщина разная, ну и так далее. Вопрос не в этом. Вопрос в удобстве обклейки вот таких вот непрямых всяких изогнутых вещей. Как бы не очень удобно. Я понимаю, когда берешь вот такой лист там или поллиста, раз наклеил, закатал его с прогревом и все в порядке. Но когда приходится обклеивать вот такие вот неудобные места, всякие разные, то надо брать, естественно, линейку, замерять, резать ножиком. Это не очень удобно. А вот здесь в этом, значит, чем мне понравилось, вот такие кубики, квадратики, особенно в неудобных местах, я беру вот такими, режу сразу с этой стороны, беру ножик, прорезаю вот эту фольгу, вот сзади, как мы видим, вот это все можно подогнуть вот таким образом, все это лежит, да. Потом берем, отрезаем вот такой кусочек. Опять же, тут можно взял вот там 2-3 пальца, вот, как вот они кусочки видны, вот, и режешь их, особенно вот в таких вот местах. И что получается? Берем, отгибаем один листик, выводим подальше вот такое лезвие, и потом я просто беру, допустим, вот такими квадратиками, беру, нарезаю. Там, допустим, вот надо по 2, там, по 3 кубики. Вот кубики я нарезал, как мы видим, вот такие. Вот они. Видны, да? И что? Потом беру, отрываю и клею. Это гораздо удобнее и быстрее. И, в принципе, как мы можем видеть, довольно-таки аккуратно все получается. Вот, и пустых мест как бы минимум. Ну, кое-где я оставляю просто, где крепление, где-то швы оставляю. Почему? Потому что их надо будет антикором потом обработать. И для этого я кое-где оставляю места, чтобы в эти места, ну, допустим, вот как в такие всякие швы, обработать антикором. Машинка свежая. Опять же, вот здесь вот. На швах, на стыках. Лучше туда, пока все это свежее, сухое, чистое. Нету влаги. Машинка выстоялась. Вот у меня в разобранном виде. Опять же я прогреваю феном. Влага уходит. И потом я на прогретое, опять же нагревая феном, наклеиваю. Ну вот. Как говорится, лень двигатель прогресса. Вот такими вот штуками, маленькими долечками, как плиточки на шоколаде, мы отламываем. И гораздо удобнее, быстрее, комфортнее. И, в принципе, аккуратно все у нас получается с обклейкой. Вот такие небольшие полезняшки. Так что есть смысл, когда вы собираетесь такую работу делать, покупать вот такого вида материал, где можно там, вот опять же, приложил, померил там, где надо обклеить, там, вот столько, допустим. Ага. Раз, нарезал вот таких долек, и потом, соответственно, так как вам надо, берешь быстренько, нарезаешь, кромсаешь, и быстренько и комфортно все это можно поклеить. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока.